Друзья, всем привет! Мы сегодня на рыбалке с товарищем. В общем, приехали на окуня и хотел рассказать вам про жилет, который на мне, такой вот синий. Хотел взять два синих, но не было двух, взял вот два. Один зеленый, один синий. Значит, это размер XL, средний вес, ну, у меня 85 килограммов. Вот, нормально подходит, мне понравился. Четыре застежки фиксирующие. Очень плотно сидит, не мешает. Здесь идут резинки, ну такие нормальные резинки. То есть здесь, по идее, должен быть еще, ну как бы вот на некоторых жилетах идут вот лямки, здесь застегивают. Вот, ну в комплекте его нету, они не идут. Вот, они как бы неудобные. Я считаю, что неудобно постоянно снимать через коленки, а тут застегнул и нормально себя чувствуешь. Обычно такие жилеты используют, ну там на гидроциклах катаются люди. Вот, именно для гидроцикла самый раз будет. Вот, они очень легкие, мне понравились. Значит, здесь еще есть небольшой минус, чтобы, ну как бы здесь должны быть, может, какие-нибудь карманчики. Вот с этой стороны. Здесь только один внутренний карман на липучке. Вот. Ну вот, флакончик от комаров у меня помещается. Даже здесь при большом желании можно три флакона поместить. То есть там сигареты, телефон, сюда все можно поместить в один карман. Вот, с другой стороны нету. Хотелось бы, чтобы здесь были карманы и с этой стороны, ну не знаю, пару карманов. А так, очень удобный, легкий, очень будет хорошо вписываться фирму Мишима. Вот у меня лодка фирмы Мишима, как раз в самый раз вписывается. Вот, вот так вот сидит, ну. Я практически его не чувствую. Хорошие жилеты, мне понравились. Вот. Так, XL, да, это XL. Ну, ГОСТ. Здесь даже ГОСТ указан, все. Ну, в общем, здесь инструкция написана. Ну, я еще его не испытывал на плаву. Ну, потеплеет, если у нас будет жарко. Возможно, если будем купаться на рыбалке, попробую испытать его в действии, как он держит на воде. Ну, говорят, держит хорошо. Все, мы начинаем нашу рыбалку. Мы далеко от города. Речка, не помню, как называется. Потом, если что, напишу. На карте она есть. Давай такой, как профессионал. Конечно. О, есть, есть. Еще. No comment. Классный окунь. Такой. Чуть больше ладошки. Как всегда, рулит также резина Fox красно-белая. Здесь, кстати, речушка такая, она с двумя основными реками соединяется. Вот на которой мы сейчас находимся, она очень сильно зигзагообразная такая. Вот, и местами прям ямы тут на поворотах намывает, и ямки. Вот мы остановились. Короче, окунь в ямках находится. Вот, буквально возле берега сразу берет. О, есть еще. Отпустил. Была поклевка. И сошел. Что-то у меня какая-то одна некондиция клюет, блин. Еще ни одного не взял. Смотри, вот эту блесну я нашел. Знаешь где? На бахте. Она висела на каком-то крыле этого. На дереве. Ой, я ни разу не кидал. Наверное, счастливо. Че? Да я уже на тот берег закинул. Блин. Ну ты даешь. Мне кажется, она далеко не счастливая.
забросу, да. Ты что, такой же? С меня пример-то не бери. Шибко-то не разгоняйся. А, вон она, нифига себе. Надо как-то дерево наклонять. Надо как-то спиннинг не сломать, блядь. Ого. Ох, ты тирану зацепилась. Тихо, тихо, хватит. Так, ты там как? Под контролем? Я тут увлеченный. Все? Отломал? Не совсем. До конца. Да нифига, нормально. Ну, нормальный. Берем. Пушок. Берем. Есть. Резина моя красно-белая рулит, как всегда. Каждый год ей пользуюсь, всегда выручает. Есть. О, есть. Есть. Ох, какой дерзкий окунь. Во. Бля, неплохой, слышь, еще больше. Это самый большой на сегодняшний день. Он, прикинь, полностью заглотнул этот резину, блин. Вот эта тема. Ну вот мы заехали в тупиковый участок. Оттуда заехали сюда. Ну одного окуня поймал. Здесь небольшого. Рыба и здесь в тупиковый участке тоже заходит. Мне кажется, ее тут мало. Она тут есть. Оп. Есть, да? О, сошел. Блин, как так? Ты рыбу не ел сегодня с утра? Нет, я даже на нее не смотрел. Переходим на с резины на Мэпс. Такая вот. Я ее в Краснодаре, кстати, покупал. Не помню за сколько, но там дешевле было. Хорошая рабочая. Хочу туда закидываю. Ну да, есть такое, немножко мешает. О, есть. Есть. Щучка. А нет, окунь, я думал щучка. Ну я же говорю, рабочий. Вот такой Мэпс. Четверка. Это четверка, да. Четвертый Мэпс. Вот такую купишь, и не пожалеешь. Блин, только достать как... Три крюкана сразу же. Сразу три крючка заглотнул. Вернее, тройник весь. Я тебе могу дать наподобие? Ну все, понял. У каждого свои принципы. О, блядь. Зацепил. Блин. Прикинь, ветром снесло, я хотел чуть-чуть под берег кинуть, а, блин. Не, я туда и хотел, в принципе, но ветром, фижу, и на ветку, короче. Надо ж так, взял, зацепил. О, все, зацепил. Ладно, поехали в другое место.
Друзья, мы, короче, поездили тут по речушкам. Одну точку только нашли окуневую. Вот сейчас зашли еще в одну речушку такую. Ну, здесь прикольно, здесь красиво. Но течение здесь быстро, и здесь рыбы не будет. Мы уже проверили. В общем, ни одной поклевки нету. Так что будем искать дальше. Поехали. Места здесь офигенные. Классно вообще. Нравится мне так. Небольшой перекус, вернее, у меня, Антоха не хочет на пар. Я сегодня с утра не ел, на берегу попил чай еще, и сейчас вот думаю бутер сделать. Купили колбасу, хлеб, сыр. Мы чисто сегодня на умниках. Вся еда, колбаса, хлеб, сыр, чай, все, больше ничего нет. Вот, вот, вот. Тын-тын-тын-тын. О, взял. Блин, сошел. Да, хороший был. Он как-то вяло берет, не сразу хапает, так такими этими рывками. То есть он хапает не сразу. Неплохой, да, был. Ну, какие-то вялые поклевки. Я даже ему... О, о, вот он, прям возле лодки был. Блин. Прям видел, как он брал. Да ему похер. Под берег, если да? Он даже уколется, да, ему. Без глаза даже вон. Вот он, вот. Вот, вот. Вот он. Блин, я прям чувствую его. Дын-дын-дын. Он что-то очень вяло берет. О, еще раз было. Прям вводишь вот так вот. Блин, зараза. О, еще промахнулся. Интересно, конечно. Да. О, окунь. А так он тут, вот его-то я и вытащил. Он здесь и был. Видишь, на эту. На фоксовскую взял. Отдай. Ну-ка. Надо, чтобы ты меня сфоткал. Делаем фото-мото. Что, поставил? А, вертушку? О, он даже отцепился в лодку, блин. Где этот микроскоп? Вон там. Микроскоп. Так, попробуем вот на такую цветастую вертушечку. Четвертый номер. Китайский. Маден Чина. Фишкинг. А вот это.
Сейчас торопите, вижу, пока я на автомат убью. О, есть. Есть, есть. На вертушку. Маленький. Ну, мелочевка. Тебе надо такой? Надо. А? Да. О. Еще один. Это мы, получается, уже на выезде к дому. Основной тром. Тромиган. Вот. На выезде решили попробовать. Ну, в принципе, результат неплохой. О, отдай. Ну, нормально, окунь такой. Ну, уже с десяток есть. Решили остановиться на песчаных косах. Вот такой тут бурелом. Охренеть, сколько дров. Ну, здесь покидал, ничего не было. Сейчас на ту сторону перейду. Как бы не засосало, а то это в кроссовках, сапоги не взял, хотя не должно засосать. Это через кусты пройти. О, а тут целый шалаш. Ну, люди отдыхали. О. Нормальный такой шалашик был когда-то. Ну что, неплохое место для ночлега тут. Здесь на изя хорошо. Здесь ставят донки, на донную снасть ловят. О, что-то плеснул. Мелочь, мелочь какая-то играет он. Ну, маленький, маленький такой малек. Хоть походить по земле, блин. Ноги размять, а то весь день в лодке. Максимальный заброс. А теперь я. Вау, нифига себе. Ну вот, друзья, заканчиваем рыбалку. Сегодня с товарищем Антохой оторвались от души, окуней нормально так на коптилку, на жареху поймали. Вот. Сколько там? Ну, немного, конечно. Ну, мы свое взяли. Вот, есть. Такие. Нормальные. Само то. Самое главное, что мы отдохнули, провели это время с пользой для себя, для души. Погода сегодня такая нормальная стала к обеду, потеплело. Походили сейчас по косам, вот, что-то покидали, ни одной поклевки не было. В общем, сворачиваем мы удочки и отправляемся домой. Здесь километров 5 еще проехать до дома, будем собираться и все. Ну, надеюсь, что вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, колокольчик не забывайте поставить. Вот, будут еще видосы, будет еще много видосов, будут обзоры. Не забывайте, что время, проведенное на рыбалке, в счет жизни не идет. Всем пока, всем счастливо, до следующих рыбалок.
Сейчас, да. Ага. У нас произошел инцидент, вот такая небольшая лужа. Ты охренел, что ли? Мы, короче, нырнули в лужу, выехать-то выехали, застряли сначала. Броню оторвали, вон Антоха там. Один болт надо открутить и все. Только уже домой выехали. Вон броня лежит. Блять, броню оторвали, короче, надо будет заваривать, на стол ехать.